Архангельский фотохудожник Николай Чесноков 30 лет искал ответ на вопрос, кто же такая таинственная Мона Лиза. У меня была всегда уверенность, что именно мне удастся разгадать тайну этой картины, тайну картины Леонардо да Винчи. Его поиск привел к совершенно неожиданным выводам и гипотезам. Я впервые высказал предположение, что это одно и то же лицо. И картина Флора Коломбина, которая находится в Эрмитаже, и в Лувре – это одно и то же лицо. Это одна и та же модель, которую Леонардо рисовал многократно. Оказалось, что знаменитую модель писал не только Леонардо. Венецианский художник Джорджоне, он писал Джоконду в двух своих произведениях. Это «Эдит», который тоже находится в Эрмитаже, и «Спящая Венера» из Дрезденской картинной галереи. Но и это еще не все. Николай Чесноков утверждает, он открыл главную тайну загадочной Моны Лизы. Важнейшей деталью является мост, который вот так пространственно очень близко соединен с плечом Джоконды. Мост является той деталью, которая решает буквально все загадки этой картины. О всех открытиях архангельского фотохудожника расскажет фильм «Код Джоконды».